крупнейшее общероссийское мероприятие. Время обсудить актуальные вопросы в сфере высшего образования, обменяться опытом и мнениями. Митра не остается в стороне. Руководители более 700 вузов России сегодня собираются здесь. Главная цель 5-го юбилейного конгресса проректоров по воспитательной работе – это поиск новых подходов к воспитанию студентов. Митра на конгрессе представил телеведущий Эрнест Мацкевичус. Тема конгресса – патриотическое воспитание и противодействие экстремизму. Начинается живая дискуссия. Всего 3 часа на обсуждение. Кратко и конструктивно. Возражения тоже принимаются. Конгресс, объединяющая такая площадка, дискуссии, обсуждений, площадка, на который можно прийти, высказать свою точку зрения. Кто-то с ней согласится, кто-то нет. Но так или иначе, как вы видели, мы приглашаем разных выступающих. Судя по аплодисментам, выступление представителя Митра, руководителя мастерской факультета журналистики, телеведущего Эрнеста Мацкевичуса ждали с нетерпением. В своей речи Эрнест Гедрович уделил особое внимание роли федеральных каналов в патриотическом воспитании студентов. Очень важно и патриотическую составляющую развивать в наших ребятах молодых, потому что это здорово, потому что это важно, потому что этим людям через 5, 7, 10 лет брать страну в свои руки. И хочется, чтобы это были люди с системными мозгами, с горячим сердцем, чтобы у них все правильно в голове сложилось. Но как достичь полного взаимопонимания? Беспроигрышный вариант – диалог. Вообще с людьми надо разговаривать и в кадре, и за кадром. И тогда будет успех. А еще прямой контакт, обмен мнениями и совместный поиск ответов на самые важные вопросы. Очень важно, чтобы между вот этой вот системой, в которую они выходят после того, как оканчивают вуз, и этими молодыми людьми был некий проводник, связующее звено, старший товарищ, если угодно, который мог бы им рассказать о том, что происходит на самом деле, объяснить какие-то причинно-следственные связи. Задача вуза молодому человеку такого наставника, такого взрослого товарища предоставить. И мы у себя этим занимаемся, и результат, безусловно, налицо. На конгрессе присутствовали представители абсолютно разных учебных заведений, от духовных школ до морских институтов. В завершении участники приняли резолюцию. В ней главные тезисы и основные итоги дискуссий и обсуждений. Именно эти тезисы найдут дальнейшее воплощение в работе российских вузов. Узнала секреты успешного воспитания студентов Елизавета Мереженкова. Митра Лайф.